Так, в кабинетах. В одном кабинете 16 градусов. Пошли дальше. Здесь у нас пушка работает в коридоре. Идем, смотрим коридор. Тоже в коридоре уши мерзнут. Так. Девушка, вы где? А включите мне здесь, пожалуйста, свет, а? Так, третий этаж. А в коридоре? Так. Ну, здесь градусник подзакрашенный. Ну, видно, 10. Может, даже 9 градусов. Третий этаж, школа. Значит, вот такой вот третий этаж у нас. 10 градусов. Кабинет, а где занимаются сейчас на третьем этаже? В каком? Давайте туда зайдем. Посмотрим, как там, в каком. Какая температура.